Сейчас будем творить чудеса. Как избавиться раз и навсегда от всех мышей? Сейчас я вам расскажу самый лучший способ, рецепт, как избавиться от мышей. Я очень признателен, если это видео распространите в соцсетях, многим принесет пользу. Что нам нужно? Возьмем любое яйцо, куриное, гусиное, утиное, без разницы. В общем, мы его очистили от скорлупы. Затем нам нужен, в общем, желток. Мы берем белок, отсоединяем отдельно. В общем, сейчас яичко наше свежее, плохо чистится. Нам надо очистить белок от желка, в общем. В общем, мы очистили наш белок от желка. Отдельно отставляем. Это у нас в качестве приманки. Это самое объедение для мышей. Вообще, желток они очень любят. На эту приманку они попадутся однозначно, на 1000000%. В общем, наше чудо-средство мы насыпаем. У нас должно получиться, в общем, 1 к 2. В общем, приманки должны получиться 2 раза больше, чем вещества нашего. 1 к 2 идет. Можно 1 к 1, но, в принципе, этого будет достаточно, 1 к 2. И, в общем, сейчас мы берем и начинаем лепить. Сейчас я вам все покажу, как это все делается. Берем вот сюда, высыпаем. Если мыши это съедят, жить они будут всего лишь мгновение. Уверяю вас, это на 1000000% проверенный способ. В общем, готова наша приманочка. Делается она из борной кислоты, добавляем. В аптеке продается копеечное средство, как сейчас принято говорить. Уничтожает моментально мышей. В общем, подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. И, пожалуйста, если не трудно, распространите в соцсетях. Всем удачи, всем пока.